Дерьмище. Это плохо кончится, говорю тебе. Эта фарфоровая сука точно нас подставит. Знаю, я буду осторожен. Ну да, никогда не поздно начать. В общем, чуть что, сразу сваливаем. Ханако-сама-га-о-мачи-да. Она всех выгнала. Херово. Ты пришел. Прекрасно. Давайте сразу к делу. Прежде чем обсуждать детали, я хочу кое-что объяснить. Ты имеешь право знать, почему я решила тебе помочь. Вы не знали, можно ли мне верить. Убил ли Юринобу вашего отца? Что с тех пор изменилось? Я все знала. С самого начала. Вы знали? Как и все члены правления. Никто из них не поверил в то, что моего отца могли отравить. Картина не складывалась, слишком много деталей не совпадало. Раз вы все знали, почему ничего не сделали? Только вчера почувствовали угрызение совести? Разумеется, мой отец не был ангелом. Я не питаю иллюзий на его счет. Если надо было устранить врага, он отдавал приказ без колебаний. Юринобу считал это недопустимым. Но для отца цель всегда оправдывала средства. В жизни ему было важно только одно. Знаешь, что именно? Родственные узы. Да, семья. Я должна была быть ее хранительницей. Заботиться о ней, поддерживать мир, соглашаться с ее решениями. Кажется, Юринобу получил немного другие указания. Юринобу поднял руку на отца. Но он один из нас. Он часть семьи. Я не надеюсь, что ты это поймешь. Просто хочу объяснить, как трудно мне было решиться на то, чтобы выступить против своего брата. Ну хорошо. Это ваш брат. Вам сейчас тяжело. Допустим, это я понимаю. А почему вы передумали-то? Я начала сомневаться еще во время парада. Мы получили предупреждение, что нарушены протоколы безопасности. Опасения подтвердились, когда я поняла, что штурмовая группа моего брата пришла не спасти меня, а убить. Да, Юринобу просто решил вами пожертвовать. Отец был прав насчет него. Юринобу никогда не думал о нашей семье. Моя роль — быть сердцем семьи. Пришло время семье Арасака прислушаться к своему сердцу. Оно укажет путь. Ты принес душегуб? Как мы и договаривались. Держи ствол наготове, и ни слова. Думаете, меня так просто развести? Думаете, куплюсь? Я вообще-то хочу выйти отсюда живым. Если бы я хотела тебе навредить, я бы выбрала менее заметное место для встречи. Мы здесь, потому что я могу спасти тебе жизнь. Я проведу тебя в Микоши. Как? Ее же не существует в реальности. Точка доступа туда есть, и она совсем рядом. Где? Здесь, в Найт-Сити, под Арасака Тауэр. Нам надо уходить. Быстрее. Уйти хочешь? Как это ты догадался? Блять, отвали и не мешай ее слушать. Это очень плохо кончится. Садись, у нас мало времени. А вот это уже интересно. Я вас внимательно слушаю. Мой брат. Чувствуешь? Вот так пахнет говно. Смотри, не вляпайся. Мы должны добиться, чтобы он ответил за свои поступки. Что уж там. Говорите все как есть. Я хочу его наказать. Не совсем. Вы хотите его убить. Я хочу, чтобы в Арасаке все-таки узнали правду. И что вы собираетесь делать? Юринобу... Ханако-сама, скоро-скоро готитаку не омодори итадайте. Сугу не сму ва. Юринобу скоро соберет заседание правления.
будут приглашены представители всех фракций. Это хорошая возможность рассказать им, как на самом деле погиб мой отец. Я приведу тебя на эту встречу, и ты дашь показания против Йоринобу. Дашь показания? Слушайте, можно я скажу прямо? Помоги мне избавиться от Йоринобу, и я избавлю тебя от конструкта. Так себе план. Вы просто хотите меня использовать? Нет. Я просто... Ну, мне скоро нужно будет вернуться. Не вы первая, если что. Не исключено, что последняя. Я бы не стала рисковать. Все, идем уже нахер отсюда. Все хорошо? Да, да, просто... У тебя идет кровь. Бля. Кажется, твое время уже на исходе. Лучше поторопись с решением. Да, я подумаю. Тебе нужно на воздух. Быстро. Я предупреждал. Ты что творишь? Нам, может, всего пара часов осталось. Посмотри, ты на ногах еле держишься. Зато я полон сил. И тело меня слушается. Понимаешь, к чему я клоню? Само собой. Ты хочешь взять меня под контроль? Я хочу спасти тебе жизнь. Выпей псевдоэндотрезина, подвинься и пусти меня за руль. Я привезу нас прямо в Микоши. Ага. И как именно? Без помощи этой фарфоровой пизды, это уж точно. В одиночку у тебя нет шансов. Вот поэтому я хочу взять с собой бестию. У нее есть еще порох в пороховницах. И она у меня в долгу. Может, лет 50 назад она бы и бросила все ради тебя. А сейчас вряд ли. Я ее уговорю. У нас обоих есть опыт в таких операциях. Ворвемся в Арасака Таур, как бывало в старые добрые времена, и разъебашим им всю Микоши к ебени матери. Других вариантов нет. Бестия? Ну, не знаю. Ты уверен, что она нам подойдет? С ее-то опытом, ее возможностями и связями? Боюсь, только она одна и подойдет. Джонни. Все будет нормально. Заберемся в башню. Альт откроет Микоши, а потом я снесу. Блять, ты опять отрубаешься. Когда пришел, так что я накачал тебя бета-галоперидол. Но светочувствительность — это хороший знак. Зрительные нервы не повреждены. Как я сюда попал? Приполз сюда на последнем издыхании, испугал Мисти до полусмерти, скинул со стола пациента, которого я оперировал, и потребовал, чтобы я занялся тобой. Скажи, это был твой ангел-хранитель. Это, ну, был не совсем я. Знаю. Это меня и беспокоит. Вик, говори, в чем дело. Ты дошел до критической точки. Попробуй сесть. Осторожно. Ладно. Но чудес от меня не жди. Не спеши. Очередная победа мирового масштаба. Хм.
Если хочешь что-то сказать, говори. Сколько это еще будет продолжаться, Ви? Ты мне скажи. Судя по твоему состоянию, недолго. В следующий раз ты уже не успеешь сюда доползти. Ты откинешься где-нибудь в переулке. У тебя последняя возможность найти решение своей проблемы, понимаешь? Я знаю, Вик. Скоро начну. Нет, начинай сейчас. Смотри, видишь вон тот столик? Да, а что такое? Там лежит последняя доза псевдоэндотризина. Подарок от Мисти. Хочешь дать волю голосам у тебя в голове? Давай, пыхни. И уйдешь на второй план. Или пойди другим путем. Закончи игру по своим правилам. Я тоже оставил тебе подарочек. Блокаторы. Если пройдешь эти несколько метров, дальше надеяться придется только на себя. Ну вот, это наш последний шанс. Я забираю управление. Эндотрезин, Бестия, Росака Тауэр. Иначе ничего не получится. Тише, Джонни. Мне нужно подумать. Хочешь пораскинуть мозгами? Ладно. Только не в этом подвале. Господи, Ви, ты думаешь вслух? А? Вслух? Что? Иди и сделай что-нибудь. Наверное, справлюсь. В общем, решай, Ви. Только сперва надо выбраться отсюда. Ви, я слышала... твои мысли. Да, неловко вышло. Извини, правда. Не извиняйся. Я знаю, что происходит. И дальше ведь тоже легче не будет. Никому из вас. Если тебе надо определиться, я знаю хорошее место. Ладно, веди. Что это вообще за место такое? Я когда-то водила туда Джеки. Это недалеко. Джеки? А он-то здесь при чем? Увидишь. Пойдем. Мрачный. Кто? Джек? Вот и все, Чика. Мне конец. Надо же, не похоже на Джеки. Это было очень давно. Его мама как раз узнала, что он присоединился к Валентино. Когда с одной стороны сеньора Уэллс, а с другой твоя банда, правильный выбор сделать не получится. Да уж. Жизнь была несправедлива к Джеки. Но, несмотря на это, он смог поверить в себя. После того, как я привела его сюда. Ой, наконец-то выбрались на воздух. Видишь? Я прихожу сюда, когда мне надо подумать и побыть наедине с собой. То, что нужно. Садись тут и сиди, пока все не обмозгуешь. Спасибо, Мисти. Тут правда очень круто. Слушай, а что Джек решил, когда тут сидел? Что решил? Я стану легендой этого города. И на этой ноте я, наконец, оставляю тебя одного. Сиди на здоровье. Ты меня напугал вообще-то. Думал, ты решил отчалить. Нет, я еще здесь. Это пока.
И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что, хочешь сказать, все пойдет по худшему сценарию? Нет. Но это в любом случае будет большой риск. Если у нас не получится. Короче, че будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. Колеса подождут. Нет. Прощаться это не в моем стиле. Ну, дело твое. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Только подумай. Мы начали, блядь, на сраной помойке. Потом ты пытался меня убить. О, и не говори. А теперь я пытаюсь спасти твою шкуру. И спасу, будь уверен. Ну или позови Панам и ее гудронных крыс. Но тогда все они будут на твоей совести. Или заключи сделку с Арасакой. И всю жизнь жалей, что продал душу дьяволу. Ладно, иди ты вместе с бестией. У вас двоих больше всего шансов. Ты уверен? Назад откатиться уже не получится. Вперед, Джонни. Я в тебя верю. Забирай тело. Только не убей нас на радостях. Спасибо, Ви. Я нас обоих вытяну. Вот увидишь. До встречи на той стороне. Обязательно. Даже если придется сжечь нахер весь найти. Пока, я тебя предупреждаю. Не стой у меня на пути. Твоя контора до сих пор на плаву только по моей милости. А я могу сменить ее на гнев в любой момент. Так, погоди секунду. Ви? Ви решил отдохнуть. Это я. Вакака, я перезвоню. Чего тебе нужно, Джонни? Я отвлек тебя от каких-то важных дел. Мне почему-то кажется, что этот разговор будет важнее. Тебе опять что-то нужно. Это дурной знак. Ты тут неплохо устроилась, бестия. Королева Найт-Сити. Наверное, нелегко было этого достичь. Другим вот не удалось. Чему ты клонишь, Джонни? Просто вспомнилось. Скажи, ты не скучаешь по старым временам? Старые времена прошли, мне и здесь хорошо. Это я вижу. Жаль только больше никому из Атлантиды так не повезло. Нет, закончили. Что творится-то? Ничего. Можешь идти домой. Твоя смена на сегодня закончена. Ладно. Пойду еще поработаю, что ли? Что, весь клуб в нашем распоряжении? Вот это сервис. Теперь говори. Какого черта ты мне тут предъявляешь? Ты удобно устроилась. Интересно узнать, чего тебе это стоило. Каждый из нас заплатил цену за свой выбор. Я не исключение. Это ты себе говоришь, когда кланяешься корпам? Это я себе говорю, когда смотрю на могилы своих друзей из Атлантиды. Или когда сейчас смотрю на тебя. Ладно, ладно. Кто старое помянет? Вот именно. Хватит ходить вокруг да около. Ты бы не начал этот разговор, если бы не хотел опять меня во что-то втянуть. Мне нужно забраться в Арасака Тауэр, и ты мне в этом поможешь. Ты серьезно? Арасака? Опять? Джонни, это же одержимость.
Да хуй с ней, с Арасакой. Это ради Ви. Его тело умирает, и я в нем как раковая опухоль. Смотри, мы знаем, где точка доступа к Микоши. Она находится под Арасака Тауэр. Мне надо как-то туда добраться. Потом я должен впустить Альт в систему. Для меня это единственная возможность расцепиться с Ви. Без вариантов. А что, тебе плохо в этом теле? Становится тесновато. Только идиот будет раз за разом наступать на одни грабли и ждать другого результата. У тебя есть хоть какой-то план? Ну охуеть. Вот что у вас теперь за мода такая? В кого ни плюнь, всем, блядь, нужен какой-то план. А раньше было не так? Раньше мы просто вынюхивали двухметровую дорожку, брали стволы и делали, что хотели. И все получалось. И теперь у нас тоже получится. Подожди. У нас? Ты же не хочешь все пропустить? Погоди, погоди. Если я правильно поняла, ты предлагаешь мне стереть пыль с цунами и опять пойти с тобой против Арасаки? Бинго. Когда? Не знаю. Сейчас? Угу. А с чего ты решил, что я соглашусь? Очисти свою совесть. Ах, вот как? Может, конечно, ты и королева всего Найт-Сити. Но ты же не настоящая бестия. Настоящую ты похоронила, чтобы добраться до вершины. Загляни в себя. Я знаю, ты сможешь ее найти. Черт. Видимо, это было неизбежно. Я знала, что однажды ты выберешься из своего ада, припрешься сюда и все к хуям разрушишь. Некоторые вещи не меняются. А мы? Мы изменились? Я не знаю. Как насчет того, чтобы это выяснить? Ты ведь поможешь мне в этом? Заткнись уже, Джонни. Прошу тебя, просто замолчи. Сука, блядь. Каждый раз. Никогда не видел, чтоб трезвый человек спал больше 20 часов. В следующий раз в ебло получишь. Да ладно. Буду ждать. Правда, начальница будет недовольна, если я переломаю тебе кости. Бестия, что ли? Начальница у нас одна. Пойдем. Она тебя ждет. Вижу, уже познакомились. Вот и замечательно. Бестия, что тут делает этот субъект? Он пилот. Подбросит нас до площади корпорации. Бестия. Я тебя обожаю. Ну еще бы, Джонни. Иначе бы ты сюда не приперся. Снаряга вон там, выбирай, что хочешь. Ага, так и сделаю.
А это что? Тормозные двигатели. Антигравы. Цепляешь их к ногам и можешь спокойно прыгать практически с любой высоты. Джонни, разберись сам. Мы не маленькие. Ладно, ладно. Я понял. Так, теперь скажи мне, какой у нас план? Окей. Вставляй щепку. Цель – точка доступа к Микоше, в Арасака Тауэр. Надо дойти до лаборатории, удержать их на время вашего разделения и вернуться живыми. Арасака Тауэр – крепость. Самое охраняемое здание в Найт-Сити. Просто зайти с главного входа у нас не получится. Поэтому мы пролезем через самодельное окно. Теперь важное. Нам поможет мелитеховский бомбардировщик «Стрикс». Полетим на нем. Сначала мы бомбардируем здание и сносим орудие ПВО. Затем мы разрушаем стену 76-го этажа, прыгаем внутрь и перед приземлением включаем антигравы. Так, дальше. В результате наших действий мы попадаем в чащу тропического леса. Вопреки расхожему мнению, Арасака любит выпендриваться. Мы прорубаемся через джунгли к шахте лифта на вертикальной оси здания. Шахта идет по всему зданию. Антигравы позволят нам быстро спуститься на нижний уровень. Охрана будет напугана и дезорганизована. Сопротивления мы почти не встретим. Мы доберемся до лабораторий, найдем точку доступа. И дальше дело за тобой. Аплодисменты, пожалуйста. Я же сказал, начальница и королева у нас одна. Ха, ты не говорила про бомбардировщик. У женщин свои секреты. Да уж, тут одними красными Мидзутани не обойдешься. Как он у тебя оказался? Я лучший фиксер в городе, малыш. Сосредоточься лучше на плане. Спасибо, что учла мои интересы. Мне всегда нравилось все взрывать к хуям. Но я боюсь, мы просто не выживем. Как только охрана нас заметит, она вызовет спецназ. Ну а там и сказочный конец. Нет, никакой не конец. Теперь самое трудное. Надо столкнуть с орбиты спутник Джуроджин 0401. Хуя себе спутник. Мы войдем в историю, друзья мои. После этого, примерно на 3-4 часа, пропадет связь в Найт-Сити и в обеих Калифорниях. Ни координации, ни поддержки. Полный хаос. Даже не буду спрашивать, как. У меня один знакомый работает в Orbital Air. Тайный доброжелатель? Высокопоставленный информатор. Я ему заплачу, и он нам даст доступ к спутнику. Дальше в игру вступит наша старая знакомая. Хочешь сказать Альт? Ну а что поделать, если только она может спихнуть с небес спутника Арасаки. Ты что, все это придумала, пока я спал? Я придумала все это, пока ты был мертв. Контроль за системами связи придется очень кстати, если дело дойдет до новой корпоративной войны. Ни на чем невозможно заработать больше, чем на войне. Я поговорю с Аль, но ничего не обещаю. Она все-таки беглый скин. С ней может быть трудно. Тем более, что сетевой дозор ее ищет. Может оказаться, что ей и спутники не очень нравится сшибать. В гробу я видала ее предпочтение. Не забывай, я здесь рискую больше всех. Или убеждай Каннинген, или до свидания. Я же сказал, что поговорю с ней. Блять. Ладно. Короче, мы незаметно подлетаем к Арасака Тауэр и опрокидываем на них корзинку с бомбами. Правильно. Потом прыгаем в башню, ищем шахту по вертикальной оси и пробиваемся вниз. Да, к точке доступа в Микоши. Как тебе? Да в этом плане дырок больше, чем во всех кукольных домах Кабуки. Хотя мы все равно справимся. В прежние времена мы и не такое творили. Бестия. Что? Спасибо тебе за все. Давай потом. Значит, остается только Аль. Ты знаешь, как перемещаться в киберпространстве?
Ну, у Ви был в этом кое-какой опыт. Думаю, я справлюсь. Иди обратно. Никс покажет тебе, что нужно делать. Уэйланд, прогревай пока двигатели. Мы скоро придем. Вы там долго будете или как? Может, я поспать успею? Привет. Это ты хотел нырнуть, да? Да, вроде того. Круто. Вот твой костюм, надевай его и садись в кресло. Я на сегодня все, так что выныривать будешь сам. Только технику мою не трогай. Я в это не верю. Что-то от нее точно осталось. Ты даже выглядишь, как она. Ты видишь Альт, потому что хочешь. Это защитный механизм. Твоя эксплицитная память создает заместительный образ. Я чувствую себя странно. Как будто в кошмарном сне. Ты читаешь мои мысли? Упрощенное объяснение. Ты не признаешь своей сути. Ты конструкт, совокупность данных. Я знаю тебя. Что значит «знаешь меня»? Как строчки кода. И что еще ты знаешь? Весь комплекс твоих эмоций. Времени мало. Дозор может заметить перегрузку. Ты разбираешься в спутниках? Один из них... Юроджин 0401. Я справлюсь. Бля, ты серьезно, что ли? Читаешь мои Я мысли? Я согласна с планом. Так ты пройдешь в Арасака Тауэр. Притормози на секунду, пожалуйста. Ты пройдешь в Арасака Тауэр и найдешь порт в Микоши. Это программа, которая обеспечит тебе подключение. Ты получишь ее на щепки. Я воспользуюсь бэкдором и смогу обойти протоколы безопасности в крепости данных. И тогда... Я разделю тебя и Ви. А Микоши прекратит существовать. А теперь поговорим серьезно. Ты же выпустишь из тюрьмы души. Получат они в конце концов свою свободу? Да. Нет, погоди. Ты явно что-то скрываешь. Говори прямо. Они станут частью чего-то большего. Частью чего? Давай-ка еще раз. Ты не способен понять смысл этих слов. Придется тебе поверить. На этом все? Погоди. У меня еще вопрос. У меня нет времени на тебя. Знаешь, наверное, ты права. Альт больше нет. Но ты посмотри. Да пожалуйста, вали нахуй. Пиздец. Сукаги и Финча. Да, все нормально. Не волнуйся за меня. А теперь съезжай на обочину, заглуши двигатель и смотри на звезды. Просто смотри. Не пожалеешь. Мне пора. Я тебя люблю.
Ты в этом костюме пойдешь на свое главное дело? Серьезно? А что, на мне плохо сидит? В него хорошо всаживать пули, но это уже твои проблемы. Готов? Да, я готов. Отлично. Пойдем, а то этот псих еще улетит без нас. Я любила этот бар. Буду скучать. На самый верх. Да, кстати. А что ты сказала Уэйленду про операцию? Только то, что он хотел знать. Про его долю. Интересно, и сколько сейчас получают за такую работу? Это тебя не касается. Сложно сказать, что ли? Для фиксера? Да. У меня свои правила. Привыкай. Начала. Если честно, да. Но это теперь уже не важно. Знаешь, что мне нравится в Найт-Сити? Нет, расскажи. Смотри сам. Видишь? Сегодня ты валяешься в канаве. А завтра весь город лежит у твоих ног! Весь, сука, город! Да, и никто тебе не указ! Даже эти ебаные хуесосы! Не знаю, чего мы добьемся, но на уши всех поднимем точно! Пора еще раз сыграть этому городу побудку! Господи, как же красиво! А скоро станет еще красивее! Эй, вы там! Вы что, впыхнули и со мной не поделились? Если бы с вами! Всем смотрите!
и 3. Ого, это был Джуроджин? Загадай желание. Эй, отвлекитесь, нас заметили. Твою мать. Что будем делать? Идем по плану. Сотрудникам службы безопасности занять свои посты. Уэйлон достался Вави. Оно разбилось у водопада. Я постараюсь с ним связаться. Потом надо будет найти кого-нибудь с ключом доступа, чтобы уехать на лифте. Уэйлон, слышишь меня? Что с тобой? Ты цел? Более-менее. Кажется, туземцы начинают проявлять ко мне интерес. Мы тебя вытащим. Никуда не уходи. Если бы я мог. Надо помочь Уэйлонду. Ясно. Охрана смотрит в терминал. Можем проскользнуть или убрать их всех сразу. Решай, что делаем, я за тобой. Все в штатном режиме. Эй! Мне кого-нибудь оставь! Проверь, можно ли использовать терминал. Все, идем к Ави. Иди к водопаду, я буду ждать рядом с ним. Все в сборе. Начинаем. Уэйлон, ты меня слышишь? Слышу. Я возьму того, что у дверей. По одному на каждого. Джонни, выбирай своего. Смотри, как... Спасибо за помощь. Должен был прыгнуть вместе с нами. Не люблю, когда враги кучкуются. Так они хоть четко рассредоточились. Они просто скучковались вокруг нас. Не сейчас. Выбираемся отсюда. Живей. Того видите? Их главный. У него есть ключ доступа. Джонни, он твой. Идем тихо. Может, они нас не заметят. Как говаривала Спайдер, а что у нас под декой завалялось? Давай, забирай у него ключ доступа и будем искать лифт. Есть ключ доступа. Идем к лифту. На
точно Бронда сама. Не заметил. Хочешь поиграть? Противник, вступаю! Выходи давай! Руки так, чтоб я видел! Атриум. Надо же. Всего месяц назад я встречалась здесь с Митчика Арасакой. Пустые коридоры и офисы. Прямо как в тот раз. Помнишь? Конечно, помню. Ты с тех пор изменился. Повзрослел, наконец. А ты по-прежнему лучше. Так, комнаты охраны расположены этажом ниже. Надо как-то до них добраться. Лифты все еще заблочены. Придется прыгать. И долго лететь. Потому я и просила тебя взять антигравы. Увидимся внизу. Куда теперь? Ищем лифт к лабораториям. Это самый короткий путь к Микоши. Я одобряю.
Готово. Подключаю Альт. Пора выпускать твою хакершу. Пусть покажет, на что способна. Эй, ты же знаешь. Ты всегда была для меня единственной. Знаю. Жаль, что ты этого не знал. Ну, могло быть и хуже. Альт здесь. Думаешь, она сможет пробить лед? Система охраны взломана. Я перехватила контроль над зданием. Путь в Микоши открыт. В лифт! Живо! Тебе на могилу! Ого! Зал сетевых операций. 2067 год. Телохранитель из Арасаки заслоняет императора Японии от пули убийцы. 2071 год. Служба безопасности Арасаки предотвращает массовые беспорядки в Сан-Франциско и спасает город. 2074 год. Херня. Знакомый взгляд. Тебя что-то беспокоит? Ты когда-нибудь задумывалась, зачем мы это делали? Делали что? Зачем ставили хром? Покупали пушки и воевали с корпорациями? Не знаю, Джонни. Сейчас уже сложно сказать. Мы были молоды, а у молодых вечно в голове насрано. Мы сражались за красоту. Мы не понимали, что хорошо и что плохо. Кто прав, кто виноват. Только красота имела значение. Кончай уже философствовать. Сделаем дело, возьмем водки, тогда и поговорим про старые времена. О, тогда с меня водка. Люблю сказки про то, как раньше было. Вы прямо как мой дед с бабулей. Нетраннеры Арасаки начали штурм внутренней сети. Мне необходимо остановить их продвижение. Идите дальше без меня. Я очистила путь, но вам нужно торопиться. За вами идет элитный отряд охраны. Видимо, он побежал, и его срезало очередью. Ебать копать! Кто она вообще... Блядь! Похоже, Каннингем наверстывает упущенное за все эти годы. Эти говноеды даже не успели ничего понять. Идем, там за дверью будет спуск вниз. Что нам здесь делать? Я готовлюсь отразить атаку на танк, которые пытаются сюда пробиться. Вам придется продолжить бегать. Поторопись. Следом за вами идет отряд лучших солдат Арасаки. Давай, двигаем. Мы настолько близко, что я почти чувствую поток данных. Мы практически у ядра. Остался только зал за перегородкой. Всегда можно начать сначала. Я тебя помню, сука! Бестия!
Железный кусок дерьма. Бестия была намного лучше нас с тобой. Таких, как она, больше нет. А ты убил ее. Она знала, чем рискует. Бестия. Ты была лучше всех. Всегда. Мой отец говорил, что если бы ему надо было взять на небе тайм-остров кого-то одного, он взял бы Бестию. Их поколение было сделано из другого теста. Эй, Уэйланд. Чего, парень? Ты хороший мужик. Удачи, Супермен. Эта доступа находится перед тобой. Подключись к ней, войди в сеть и найди меня на той стороне. Когда покину я телесный мир, вернет мой дух эллинский ювелир. В обличье филигранной птицы, золотой фигурки то большая честь помочь монарху пробудиться или на золотое дерево воссесть и петь почтенным византийцам о том, что было, будет или есть.
Привет, Ви. Соскучился? Я бы так не сказал. Я вырубился и очнулся уже тут. Что-то пропустил? Бестия погибла. Ее убил Смешер. Мне жаль. Не стоит. Она погибла за меня, а не за тебя. С моим телом все нормально? Да, ждет в подвале Arasaka Tower. Я подключил его к сети. Я догадался. Твоя девушка уже давно пропалывает мне мозги душегубом. Альт, ты где вообще? Может, поздороваешься? Я теперь Энграмма. Ёбаный конструкт. Ну, добро пожаловать в клуб. Альт, ау, ты здесь? Она сказала, что проверит контрольную сумму и скопирует меня обратно в тело. Значит, мы сделали, что могли. Дальше Альт справится. Нет. Да блять, в смысле? Я ошиблась, когда исключила из факторов тело. Реконфигурация ДНК шла слишком долго. Агрессивные препараты осложнили процесс. И иммунная система начала атаковать нейроны. Хватит! Говори по-человечески. Ви умрет. Что бы я ни сделала, этого уже ничто не изменит. Проверь еще раз. Похоже, что-то с Энграммой Ви. Может, починишь? Проблема в физической оболочке. Нейронная сеть сильно деградировала. Любое вмешательство в работу мозга окончится смертью организма. Но ты же гений! Придумай что-нибудь! Хватит, Джонни, заткнись. Мне надо подумать. Все будет хорошо, Ви. Мы что-нибудь придумаем. Я же попросил тебя, Джонни. Не пизди. Ну давай. Должен быть какой-то вариант. Тело Ви изменилось под воздействием биочипа. Теперь оно воспринимает его сознание как постороннее. С тобой все иначе. Ты стал его полноправным хозяином. То есть, ты за то, чтобы твой бывший выгнал меня из моего тела? Изменения необратимы. Тебе уже нечего терять. А он может получить все. Я не стану вмешиваться. Но пока контроль над телом остается у Джонни, он может делать, что хочет. Дай нам минуту. Будешь уговаривать меня согласиться? Зачем? Чтобы совесть успокоить? Ты и так можешь делать с моим телом, что хочешь. Ты мой друг, Ви. Я бы никогда так с тобой не поступил. Ты же знаешь. Если мне все равно умирать, давай сделаем по моему плану. Я ухожу. Ты остаешься. Теперь тело твое. Ну, если честно, я бы хотел еще немного помотаться по миру. Джонни. Альт, что мне делать? Просто войди в колодец. Тело Ви будет твоим. А сам Ви станет частью меня.
Бля. К этому я никогда не привыкну. Перестать говорить с тобой, Ви. О, это тут лучше не оставлять. Еще есть немного времени. Как раз успею вас навестить. Немного, но мне больше и не надо. Нужна будет тачка. Стив, поговорю со Стивом. Расслабься, Стив. Это я. Привет. Привет, мужик. Что-то случилось? Я вот послушал новый альбом Curses Metal Hands. Первые 4 трека. Гениальный. Ты аккорды-то учишь? Хватает времени. Да, только без толку. Главное играть вообще не выходит. Практика, Чумба. Все решает практика. Рано или поздно перестанешь об этом думать, и начнет получаться само. Я тут разучивал один кусок. Хочешь, сыграю? Давай не сейчас. У меня мало времени. Ну и синяк. Где это ты так обездюлился? Да, так. Батя твой? Да я его забыл разбудить на работу, так что вроде как сам виноват. Ну, забыл и забыл. Чего он руки-то распускает? Ну, а ты-то как живешь? Нужна тачка на день и хороший водитель. Надо уладить пару дел в городе. Не вопрос, я довезу. Мама бесится, когда я не говорю, что ухожу. Хотя даже когда я говорю, она все равно не слышит. Пошли. Слушай, есть вопрос. Что сделать, чтобы пальцы не так болели, когда много играешь? Ничего. Металлические струны врезаются в пальцы. Пальцы болят. Так что смирись. Не переживай. Вот поиграешь подольше, мозоли затвердят. Ты чего это делаешь, засранец? Ухожу! Куда? Никуда. Я только на минутку. Сейчас вернусь. А ну-ка, живо назад! Никуда ты не пойдешь! Нечего шляться, слышал? Я виноват, что тебя на нормальную работу... Бля, ты что, опять мои ключи спер? А ну домой, засранец! Хули тебе надо? Зачем так нервничать, Чумба? Это я попросил Стива помочь. Мы ненадолго. Часа через два дома. Это я решаю, куда мой пиздюк идет и что делает, не ты! Он вернется не с пустыми руками. 2 часа. Бабки сразу мне отдашь, как придешь, понял? Да, пап. А это вообще кто? Да хуй его знает. Бомж какой-то. Они все на одно лицо. Слухач, наверное. Можешь не платить, если что. Я знаю. Но твой папаша потом с тебя спросит. Так-то да, но я и сам знаю, где взять деньги. Садись! Сына надо держать в строгости! А где ты бабки возьмешь? Никому не скажешь?
Слово наемник. Сеньора Хуарес платит мне за уборку. Только у нее нечего убирать. Там и так чисто. Наверное, ей просто одиноко и хочется с кем-то поговорить. Ну, может быть и так. Куда едем? В машину времени. О, я там один раз видел Керри Гибрадина. Ты что, фанат? Конечно, он же легенда. А ты что, не фанат? Керри клевый. Я слушал передачу по радио. Там говорили, что всю свою славу он заработал на смерти Джонни Сильверхенда. Да ладно. Журналисты тебе еще и не такой херни говорят. Особенно музыкальные. Главное, что Керри настоящий профессионал. Он живой, искренний. Во всем, что делает. Звучит так, как будто вы с ним знакомы. Так и есть. Я тоже когда-нибудь стану музыкантом. Только учти, это не самая простая профессия. Да, да, знаю. Надо много работать, заниматься. Да, это сначала. А потом будет еще тяжелее. Критики, хейтеры. На тебя постоянно оказывают давление. Живешь в бешеном ритме. Не все выдерживают. Начинай писать песни. Если не будешь халявить, со временем начнет получаться что-то путное. Чем раньше начнешь, тем лучше. У меня есть уже в голове пара мелодий. Круто. Со словами только плохо. Все, что я придумываю, или уже было, или звучит по-идиотски. Я просто не представляю, о чем писать. Пиши о том, что знаешь. Это золотое правило. И не только для песен. Так я же почти ничего не знаю. Разве что наш блог. Ну, во-первых, ты гонишь. А во-вторых, жизнь в блоке чем не тема для песни. А в-третьих, всегда есть еще третий. В-третьих, ты еще мал. Не торопись, идеи появятся. Жизнь тебя и потреплет, и приласкает. А музыка придет сама. Ждешь минутку? Не, я с тобой. Посмотрю, что новенького вышло. Я могу чем-нибудь помочь? Я ищу гитару. Электрическую. Наверное, ничего нового. Смотрите. Мне нужно что-нибудь приличное. А с этими что не так? Важнее всего звукосниматель. С ними у гитары должно быть все в порядке. А уж как она выглядит, мне насрать. Окей. Дребезжат, потому что гриф плохо вкручен. Отверточкой можно поправить. Это все детские поделки из непросушенного шпона, который кое-как склеили на коленку. Играть можно, просто уметь надо. Без обид, но мне нужна настоящая гитара. У меня есть на нее деньги. А,
Так бы сразу и сказали. Пойдемте. Я с вами. Окей, может, научишься чему? Как вам? Вау! Охренеть справа просто! И слева новые хроматиксы и Хендерсоны. Винтажные модели сзади. Энзер Парадис. Это что, реплика? Настоящая, конечно. Ей, наверное, уже больше 100 лет. Смотри, у нее гриф на болтах и двойной хамбакер. Красота. Классика. И баланс идеальный. Держать одно удовольствие. Можно? Конечно. Попробуйте. Самый лучший день. Вы тут, в общем, смотрите, пробуйте, а я пойду. А то у меня вылезет пол магазина. Первый раз слышу, что кто-то так играл Сильверхенда. Я читал, что он вообще ни у кого не учился. Просто сам до всего дошел и придумал свой стиль. Как ты это делаешь? Ты играешь прямо как он. У тебя хороший слух. Сильверхенда не подделаешь. Но ты же можешь. Я слышал. Видимо, есть во мне что-то от него. А может, я и есть Джонни? Чего? Слушай, Джонни было бы сейчас 100 миллионов лет. А ты совсем молодой. Да понимаешь, это просто тело. Такое уж мне попалось. А внутри я тот, кто я есть. Ну да. Кажется, ты еще больше психонав, чем я. Лучше объясни, как ты это делаешь. Забей. Лучше придумай собственный стиль. Для этого просто нужно много практики. И талант. Талант у тебя есть. Да? Ты правда так думаешь? Ну, конечно. Я теперь не говорю того, чего не думаю. Самый лучший день. Черт, аж руки трясутся. Рокеры-мятежники, они всегда говорят прямо. Попробовал я так с отцом. Это плохо кончилось. Со временем ты узнаешь, кто ты на самом деле. И чего хочешь от этого мира. Не понимаю. Хочешь быть мятежником? Сначала пойми, кто ты. Будь собой. Мятежниками не рождаются. Мятежниками становятся только после того, как судьба тебя как следует отмудохает. Ты странный, но ты мне нравишься. Пора платить и дельтовать отсюда. Ну, классный выбор. Рада, что она попала в хорошие руки. Нет, спасибо. Пожалуйста. Пока. Дельтуем отсюда. Осталось еще пара дней. Ладно. Мы знакомы? Ладно, поехали. Я готов.
Куда едем? На кладбище. Как скажешь. Для вас играла группа «Перила Скрюча». А теперь к последним новостям. Арасака только что вышла из переговоров с Милитеком. Папа говорит, что корпорации опять начнут войну. Типа, они только и ждут, чтобы порвать друг друга. Как думаешь, это правда? Начнется новая война? Не будет новой войны, не бойся. Арасака слабее, чем хочет казаться. Ненавижу корпоратов. Я тоже. Последние соки высасывают из людей, но им все мало. Они и друг друга придушить пытаются. У меня тут друг недалеко живет. Где? Отсюда не видно. Просто говорю. И что, близкий друг? Он как-то пригласил меня к себе домой. Его мама приготовила обед, потом мы пошли сидеть на мосту. Я люблю тут ездить. Тут красиво. Город выглядит живым. Ну да, тут куда ни пойди, будут люди. Я не про это. Мы сами создали монстра. И даже не заметили, как он начал пожирать нас заживо. Ха, как Франкенштейн? Как чудовище Франкенштейна. Знаешь, ты прав. Здесь очень красиво. Ты тут первый раз? Да нет. Просто раньше не замечал. Раньше не было времени об этом думать. Город вытек у меня, как песок сквозь пальцы. Промчался мимо. Прошмыгнул под ногами, пролетел над головой. Даже не знаю, когда. Напишешь об этом песню? Может быть. Ух ты! Я не знал, что у тебя есть пушка. Очень крутая. Мой отец когда-то такие продавал. Будешь стрелять в кого-нибудь? Нет, это просто память. Понимаю. Это тебе кто-то близкий оставил? Ну да. Ты не представляешь, насколько близкий. Что ты с ней будешь делать? Положу туда, где ей место. Можно я с тобой? Нет, нельзя. Подожди тут. Я быстро. Окей. Ага. Ох, Ви. Я, в общем, не могу больше ее носить. Я не хочу больше жить прошлым, каждый день думать о том, что случилось. Я все равно тебя не забуду. Мне же теперь придется ходить с твоим лицом. Спасибо за... Да вообще за все.
бездне. До сих пор не понимаю, как так получилось. Так и была бы ты королевой по смерти, если бы не я. Хотя, ты бы сказала, что главное было им въебать. Ну и мы им въебали. Не надо было тебя в это втягивать. Прости. Я буду умнее. Больше таких ошибок не сделаю. Прощайте. Куда теперь? Эй, а это что такое? Угостить? Я больше не курю. И тебе не советую. Вредно для здоровья. И для души тоже. Куда теперь? Мне? Никуда. А ты можешь ехать домой, Стив. Спасибо. А кто-то близкий, кого ты навещал? Он давно умер? Нет, не очень давно. Скучаешь по нему? Немного, да. Когда умер мой дедушка, я очень по нему скучал. А теперь уже только иногда. Уезжай! Эй! Спрыгни! Стой! Стой! Гитара! Ты забыл гитару! Я не забыл. Ничего я не забыл. И уже не забыл. Я знаю, ты вольная птица, и не то чтобы я прошу тебя передо мной отчитываться, но может хотя бы скажешь мне, ты вообще жив? Это, конечно, твое дело, но ты пропустил последний осмотр, а я тебе миллион раз говорил, что... Позвони, когда освободишься, ладно? Пока.
Давно с тобой не болтали. Как у тебя? До сих пор все круто? Жаль, не могу посмотреть, как ты там шипуешь в Найт-Сити. Вообще, я просто хотела сказать спасибо за все, что ты для меня сделал. Стоило свалить из этого долбанного города, чтобы понять, насколько мне там было хреново. Я что хочу сказать? Ты тоже уезжай, Ми. Вот сразу, как будет возможность, собирай вещи и беги. Куда глаза глядят? Реально. Сразу вздохнешь полной грудью. Я тебе гарантирую. Ладно, что-то меня понесло. Удачи тебе там. Привет, Ви. Как ты там? У нас в пустошах погода, как всегда, заебись. Холодильник потек, 32 градуса в тени, да еще и песчаная буря идет прямо на нас. Короче, жалко, что тебя нет рядом. Если серьезно, у нас все хорошо. С Солом бывают, конечно, терки, но вроде не ссоримся. Семья постоянно растет. Работы много, рук не хватает. Хотя, лучше так, чем как раньше. Знаешь, если бы не ты, я бы до сих пор шаталась по Найт-Сити, как неприкаянная. Спасибо тебе за все. Мы встретились, когда я свернула с правильного пути, и ты помог мне на него вернуться. Ладно. Созвонимся еще потом. Не забывай о нас, окей? Здравствуй, Ви. Это Сол. Я слышал, в Найт-Сити случилось что-то важное, и некий Ви сыграл в этом главную роль. Не знаю, что ты планируешь делать дальше. Я просто хочу, чтобы ты знал, мы своих никогда не бросаем. Ты теперь один из нас, Ви. Ты Альдекальда. Помни об этом. Береги себя там, в городе. И до встречи. Эй, Ви, слышишь меня? Блин, это автоответчик, что ли? Окей, пофиг. Мы тут все ждем, когда ты наконец заедешь нас проведать. Могли бы сделать барбекю, выпить по пиву, погонять немного. Ну или нанести дружеский визит стилетом. Короче, я что хочу сказать. Пустошам очень нужны люди вроде тебя. Не знаю, что там сейчас у тебя в жизни, но мы всегда рады тебя видеть. Просто помни об этом. Ну ладно, пока. Слышь, Ви, прикинь, мне тут позвонили. Ёб твою, чё, опять автоответчик? Пиздец, ты вообще трубку когда-нибудь берешь, реально, а? До службы техподдержки уже проще дозвониться, чем до тебя. Ви! Блять, забыл, что хотел уже. А, вот, да. Сики, звонил мне агент Аскрекс. Предлагает ехать с ними в тур. И я сначала такой, да нахуй, пошли вы нахуй. А потом думаю, а чё бы, собственно, нет? Может, развеюсь немного? А? Как думаешь? Вот я не знаю пока. Ну вот, я тебе рассказал последние сплетни. Захочешь поболтать, звони. Пока. Привет, Ви. Тут, в общем, такое дело. Парни с пятого участка накрыли магазин, где торговали нелегальными пушками. Обрезы, электрошокеры, гранаты с горчичным газом. Сверху пришел приказ все это уничтожить. Но я посидел, подумал, может быть, ты найдешь всему этому какое-нибудь применение, так сказать, во благо. Я не забыл, что ты сделал для нас, для меня и для Рэнди. Этому городу нужны такие люди, как ты. А снарягу уж я обеспечу. Это тебе за помощь, Ви. Услышимся. Привет, это Пиралис. Ви, если будешь слушать это сообщение, сначала отойди туда, где нет лишних ушей. Короче, я насчет Элизабет. Она точно как-то во всем замешана. Она
Все время говорит, чтобы я за собой следил. Дает мне какие-то таблетки. Говорит, что это витамины. Я сдал их на анализ в лабораторию. И вроде все нормально, но мало ли, вдруг кто-то подменил результаты. Как у тебя будет время, сразу мне позвони, ладно? Да, только не забудь стереть это сообщение. Привет, Ви. Слушай, извини, что беспокою. Я понимаю, у тебя там дела, тебе некогда. В общем, я беспокоилась, как ты там? Решила по-быстрому разложить карты и... Ох. Тебе выпали повешенный, маг и звезда. Это нехорошие карты, Ви. Они предвещают что-то плохое. Вроде смерти, но не совсем. Береги себя там, хорошо? Я буду... Я надеюсь, скоро услышимся. Said what you had to say, but I think I